Здорово, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Диман, и сегодня я не один, а вместе с Даником. Поздоровайся! Всем привет! Сегодня, ребята, мы находимся на проекте «Мой дом». Я, конечно же, приглашаю ко мне в гости. Переходите по ссылочке в описании и давайте-ка играть вместе. Также сегодня, ребята, с Даником мы устроим нереальную битву на контейнерах. Вот, ну а пока мы не начали, сообщу, что у меня в доме можно подселиться. И я вас, конечно же, ребята, жду всех. Кстати говоря, как только зайдете на проект, не забудьте нажать вкладочку F2, промокод, вот здесь вот. И вот этот промокодик нужно вот тут активировать. Вы получаете 100 тысяч, а также 7 дней премиума. И что самое главное, если вот это окошечко вы мне ВКонтакте скинете, то получите еще 200 тысяч лично от меня. Ну а сегодня, ребята, вместе с Даником, как я уже сказал, мы устроим нереальную битву. Битву, ребята, на контейнерах. И что самое главное, то что, ребята, битву я устраивал один раз и вместе с Петровичем. Кстати говоря, вот эта ламба, которую выиграл Петрович. Я знаю, что ты смотришь, братишка, поэтому передаю тебе приветик. Вот она у меня как бы в сохранности. Все четко, ребята, пока Петрович находится у нас на вахте, мы ее немножечко сохраняем. Так, ну а мы с тобой что, отправляемся прямо сейчас, ребята, вот сюда, в это местечко. И будем пытаться открывать какие-то классные, дорогущие контейнеры, выбивать нереально дорогие тачки. Вот, ну и посмотрим, у кого будет больше баллов, тот и побеждает в данном шоу. Потому что по окончанию мы проведем еще парочку испытаний. Полетели. Ребята, прибыли мы на контейнеры. Сняли, получается, 36 миллионов с банковского счета. Ну и, соответственно, и у Даника, и у меня, по сути, есть... одна сумма, одинаковая сумма. Поэтому мы, в принципе, будем открывать с тобою по 3 точно контейнера из Дубая. Мы попросили админов заспавнить их, и у нас получается 4 ряда целых. То есть все контейнеры сегодня чисто наши. Ну и давай смотреть, кому что выпадет. Поэтому прямо сейчас с тобою ставим первые ставочки. Поставить. 14 секунд у нас остается за 12 миллионов. Посмотрим, что вообще выпадет. Так, у Даника чуть попозже специально сделали так, чтобы не подсмотреть, как говорится, у кого что. Так, 5 секунд. Поэтому, ребята, будем ставить именно баллы тому, у кого тачка будет дороже. Ну и давай смотреть. Открыть контейнер и... две машины сразу! Фантом. Ема! Но так как у меня есть фантом, мы его, ребята, продаем. 16 лямов плюса! И Audi я бы не особо хотел, поэтому тоже продаем. Поэтому так, у меня 21 лям плюс. Плюс 9 лямов сверху. Так, у тебя что? А у тебя вайпер? Сколько вайпер-то стоит? Оно очень дешево, наверное, стоит. Сколько он? 630 тысяч, 12 лямов, ебать, очень жесткая первая победа у меня. Поехали ко второму ряду с тобой, давай я вот это тогда открою. Да, ребята, я сразу же ставлю еще одну ставочку, я ушел на плюса в 9 кака, охренеть, а Даник слил сразу. Ну, по факту. Ну, давайте-ка смотреть, что будет со вторым рядом, ребята. Какие тачки выпадут в этот раз, пока 1-0. Напомню, что будет еще испытание. Ну, а если вы еще не поставили лайк, то обязательно ставьте. И, ребята, давайте-ка еще сделаем так, пишите в комментариях слово «участвую». Чем больше будет комментариев, тем больше у вас шансов на победу. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я разыграю 2000 игровой валюты на сервере «Мой дом». У нас, ребята... Да, пишите в комментариях как можно больше комментариев, тогда вы, соответственно, будете участвовать. Так, окей, открыть. У меня Колян. У тебя Порше сколько стоит? Ема, а Колян же дорого стоит. 16 лямов. 16 лямов. Я его заберу. У тебя что? Сколько стоит там? 8700. Да, второй балл у меня на базе. Сливай, я думаю. Тебя? Да я бы слил на твоем месте. Ну а чё, она может лучше дропнуться. Так, окей, давай тогда ты выбирай здесь контейнер, какой бы ты хотел открыть. В третий раз уже получается. Ну а я, соответственно, ты вот это, да, выбрал. Окей, давайте-ка я выберу тогда крайний, ребята, чтобы не пересекаться, да, для интереса. Но пока 2-0 по баллам. И я почти что в плюсах. То есть у меня еще и Колян плюсом есть. Это охренительно. Вон, кстати, Колян мой стоит, ребята. Ну да, давай-ка смотреть через 13 секунд, что будет у тебя. Это уже третье открытие, ребята. Сегодня, получается, мы откроем очень много контейнеров. Битва будет жесточенной. Но она уже жесточенная, как бы 2-0. У Даника нету шансов. Открывай, брат, давай. Ну и Мерс, кстати, неплохой. Сколько стоит? 5200. 5200? Слушай, а если ты сейчас сольешь тебе 5200, тебе хватит еще на один за 12 миллионов? Да? Ну давай сливай, да, окей. Да я тогда тоже этот солью и посмотрим, что вообще будет здесь. Ну главное, чтобы не бугайте, потому что если бугайте... Да ты задолбал! Бесишь! 14 лямов! 3 ролса подряд! Охренеть! Я в нулях, брат! Я в нулях! На 1 лям минус! А ты в минусах!
Давай последний контейнер ставить, ребята. Я так полагаю, у Даника больше не будет вообще каких-либо возможностей. Но слушай, я заходил сюда с 37 лямами, сейчас у меня 36 лямов, и на кармане еще этот кулинан. Охренеть! И 3-0 по баллам! Ставьте лайки, ребята. Невероятная серия, такого еще никогда не было. 3 миллиона, это тоже здорово. Ну слушай, может тебе сейчас еще насыпят, знаешь, что-нибудь? И ты как раз-таки... уйдешь плюс. Вот, и мы еще можем открыть какой-нибудь контейнер. Мне, в принципе, хватает. Так, давай, открывай. Смотрим, что у тебя. Ну-ка. Ты там встал. Сколько? Ты только не продавай. 500. Ну, забирай, да, и у тебя как бы не будет больше возможности. Тебе просто тачку надо на испытание. Ребят, давайте-ка откроем этот контейнер. А у меня нет. Ламбо! У тебя нету мест? Да. Тогда сливай. Ламбо, ребята, Авентадор. Чего? 29 мультов! Брат, ну, так как у меня есть ламба, я ее солью, но знаете что? Я хочу просто-напросто вот так вот сделать. Слушай, в принципе... А ты все слил, да? А, стоп! Слушай, а у меня еще тут, получается, появились бабки и так-то. Давай сразу три ряда. Чисто, ребята, пока не закончится... Ну, не, это, конечно, слишком жирно будет. Я думаю, что остатки мы оставим на балансе банковском. Вот эти три контейнера мы открываем, ребята, и все, как бы. Это у нас, получается, сколько было? Это у нас, получается, 10 контов мы открыли. Охренеть. Охренеть, ребят, давайте-ка смотреть тогда. Ладно, так как у Даника нету тачки, соответственно, у нас не будет испытаний. Так уж и быть, да, думаю, просто подарим ему балл. Блин, Порше. Порше 11500, нули. Продать. Так, смотрим. Далее. Открыть. Здесь... Ура! Да ты иди находись. 16 лямов продать. Ёбстуды. А может Бугатти будет? Иди ты на. Урус. Ну, Урус это минус, брат. Это 10 всего лишь. Пока минус. Сколько контов было? У меня плюс 54 миллиона. У меня получается 27 мультов плюса. Прикинь. Офигеть. И Роллс, да, в кармане. Ребята, это жирнющая серия, которой никогда в жизни не было у меня на канале, поэтому ставьте лайки. А я еще один ряд, короче, сделаю, да, чисто вот еще один ряд, так сказать. Блин, я бы все забрал, конечно, контейнеры, но это слишком жирно будет. Главное, в минус конкретно не уйти, а ставить, получается, на следующую битву. Да, ребята, нам нужны мульты на следующую битву, поэтому ставьте обязательно лайки. Наберем 1000 лайков, будет еще одна серия. Ну, а мы, ребята, тем временем... Да, открываем оставшиеся контейнеры, смотрим, что будет тут. Открыть. Урус. Блин, минус опять десяточка. Слить. Окей. Давайте-ка смотреть, что здесь. Ребята, открыть. Блин, я хочу Бугатти. Ты, походу, меня покусал, я так полагаю, 630 косых. Так, и здесь получается открыть. Ну, такое у меня уже тоже есть, поэтому, ребята, тоже продаем. 18 мультов плюс. Блин, ну, я не... Давай это тоже откроем. Ребят, я думаю, что вы уже поставили лайк. Благодаря вам вот такая вот приятная серия, ребята. Благодаря чисто вам, вот честно. Я никогда в жизни такого еще не открывал. Давай вот еще сюда ставим. Ребята, еще, получается, этот ряд забираем. Да, ну, пока хватает, как бы. Меньше 15 уходить мы не будем. Вот, но с учетом того, что мы можем сейчас какую-нибудь Бугатти достать отсюда, я тогда сразу солью Роллс. И заберу Бугатти. Хотя я бы на самом деле бы слил бы еще какую-нибудь другую тачку, потому что Роллс очень хочу. Потому что у меня есть уже один, вот, Фантом, я бы хотел Кулинан. Так, окей, открыть. И здесь у нас... Ай-яй-яй-яй, минуса, минуса, 5200. Так, ладно, смотрим, здесь у нас открыть. Ребята... Плюса, 2 ляма. Но у меня все равно минус за первый, первый был. А, и тут тоже минус. Прям конкретный минус, 5500. Так, а стоит 35 миллионов? Не знаю, 35 миллионов? Ребята, я надеюсь, что вы мне поставили... Есть 100 тысяч? Да. Дай мне 100 тысяч. Быстро. Я надеюсь, что вы поставили лайк, ребята. Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Если так, то я благодарен вам максимально. Но такая серия, я думаю, она достойна вашего лайка, как минимум. Как максимум поставим последний контейнер, последнюю ставочку. Все, ребята, это были последние контейнеры. Мы сегодня, я не знаю, сколько, штук 20 открыли, что ли? Это просто жесть какая-то. Так, окей, открыть. Последний. Порше. Ну, 5400, слить. Так, здесь открыть. Феррари.
такое себе. Так, слить 18 миллионов. Пока плюса. Так, и здесь, получается, ребята, через, получается, 8 секунд мы узнаем, что будет еще. Да, это будет уже последний контейнер. Ребята, это очень-очень дорого и очень много контейнера за один выпуск. Это жесть. Да, и тут как бы минус. Так, давай, ладно, смотреть. У меня осталось 25 900, заходилось с 37, то есть получается у меня минус 11 тысяч, и при этом у меня Колян за, по-моему, 16 миллионов. То есть получается я в любом случае в хорошеньком плюсе, и минусе, конечно же, Даник копил-копил бабки и, получается, слил. Ладно, я предлагаю, давайте-ка быстренько его, наверное, качнем. Да, ребята, на остатки, кинем оставшиеся бабки на банковский счет и как раз-таки проверим наш Кулина, насколько он хорош. Вот так вот мы прокачали наш Кулинан. Посмотрите, насколько он сильно преобразился. Просто кайфы конкретные. Стоимость тюнинга просто запредельная, но оно того стоило. Сейчас проверим на самом деле, насколько он хороший, насколько он быстрый. Также, ребята, остаточки мы закинем, получается, на банковский счет. И, в принципе, на следующую серию нам там чуть-чуть хватает. Ну, конечно, придется подзаработать. В общем-то, ребята, 1000 лайков, я думаю, будет набираться дольше, чем я буду зарабатывать. Поэтому все зависит от вас. Так, ну а мы начинаем на счет 3, 2, 1, гоу. Стартанули. Кстати, ровно. Старт у меня быстрее. Ямать, я ушел. Чуть-чуть. Ямать, я ушел. Ямать, я ушел. Тихо-тихо-тихо, смотри, не вылетит. Чуть-чуть быстрее, а потом ты вылетишь. Да? Ешь в точку. 250, 300. 270. 360, 400. 450, ямать, я не могу больше, я сейчас вылечу куда-нибудь. Давай. У меня 300 максимум. 490, дядь. 490, емать! Я вылетел немного тут, как бы. На повороте, смотри, ты там тормози. Делаешь? Жесть, просто, ребята, жесть. Ну, в общем-то, нифига себе. На самом деле, прикольненький кэшбэк, как говорится, с контейнеров. Вот, конечно, можно было остановиться вовремя и уйти с 50 лямами в плюсах, но решилось, как говорится, показать вам, да, офигенную какую-то серию, где будем открывать просто кучу контейнеров, поэтому, ребята, подслили чуть-чуть. Зачем это делать, я не понимаю, зачем? Да. Вот что, ребята, ставьте лайки, обязательно не забывайте подписываться на канал, что происходит сегодня. Вот, не забывайте, конечно же, ребята, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну а мы прощаемся с вами и будем ждать вас на мой доме. Пока-пока, ребят. Пока-пока.